Ты ведь давно Чарли знаешь? Слишком. Мы выросли с ним. Мой папа его тренировал. Вон там. Это Чарли. Какой он был? В боксе? Да во всем. О, что-то с чем-то. Такой сильный, крутой. Ни сомнений, ни страха. Идем-ка, покажу тебе кое-что. У меня есть вырезка из газеты за 2007 год, когда Чарли дрался с Ника Тенди, главным претендентом. Ты бой Ника Тенди видела? Да. Это был проходной бой, как тренировка. Ника собирался просто мышцы размять, но Чарли об этом сказать забыли. И он упрямо шел вперед и вперед. Посмотри. Кентон заставил Тенди попотеть. Это Чарли. Сначала Ника просто остолбенел от такой наглости. А Чарли все наступал. И Ника охватил страх. Серьезно? Да. Он просто издевался над Ника. Главный претендент, второе место в мире. А Чарли танцевал вокруг него. Хоп-хоп-па-хоп. Чарли словно парил над рингом в тот вечер. Он был неуловим. Ника его даже не видел. А я видела. Он был лучшим. Самым лучшим. Ну а что дальше? Чарли победил Ника Тенди? Нет, Ника Тенди послал меня в нокдаун в 12-м раунде. Дважды. После второго я уже не встал. Но к началу 12-го раунда Ника ты вел по Тенди очкам. Ника Тенди вырубил меня и потом оставался чемпионом на протяжении 3 лет. Ты был в нокауте? О, да, и не один раз. Но ты и сам нокаутировал многих. 24 победы 24 на 19 победы, и каждая заканчивалась нокаутом. Да. Бой идет, пока кто-нибудь не упадет. Твой отец меня этому научил. Он всему тебя научил. А с кем ты еще дрался? Давай собирайся. Мне не нужно. А у тебя был бой за титул? Нет, нужно. Уезжаем через час. Живо. Ого. Держи. Оставь себе. Спасибо. Не за что. Чарли Кентон против Нико. Мне он нравится. А ты ему? Чарли, то, что я наговорила вчера... Нет, все уже сказано, Бейли. Я сегодня уезжаю в Атланту. Найду партнера или деньги на нового робота. Ты ведь этого хотела, чтобы я уехал? Да, я этого хотела. Ладно.